В далеком 1967 году в хуторе Сербин Славянского района был открыт детский сад. Дети сельских тружеников пришли сюда, чтобы не только позволить своим родителям трудиться в полную силу, но и расти и развиваться на радость мам и пап. Совсем еще молодые тогда первые сотрудники сада с огромным энтузиазмом осваивали новую для них профессию. Их труды не пропали даром. Об этом убедительно говорит полувековая успешная работа этого дошкольного учреждения. На юбилей детского сада номер 30 пришли ветераны педагогического труда, родители воспитанников, представители местных властей, казачества, общественности. За 50 лет своей истории детский сад стал стартовой ступенькой в жизни для многих хуторян, их детей и даже внуков. Атмосфера здесь особая, добрая и очень домашняя. Все взрослые люди, которые вот, собственно, работают, трудятся в этом поселении, выросли в детском саду. Это несколько поколений наших воспитанников, замечательных людей. Многие работники детского сада работают уже более 30 лет на этом предприятии. Детский сад отличается особой душевностью, радушностью людей. Настоящий праздник трудно представить без душевной песни. В адрес сотрудников детского сада прозвучали слова поздравления от имени администрации района. У вас сегодня не просто юбилей, а такая красивая цифра 5 присутствует. Я вам желаю, чтобы все-все у вас складывалось только на отлично, только на 5. От Романа Ивановича примите в подарок для детского сада, для детей, холодильник, который уже установлен в пищеблоке, для того, чтобы деткам было комфортно и чтобы правильно хранились продукты. Педагогам желаю творческих успехов и также держать стабильно работу своего детского сада. Особое внимание в этот день было к ветеранам педагогического труда. Им приходилось делать своими руками наглядные пособия, топить печи дровами. Самоотверженный труд стимулировали не столько скромная зарплата, сколько неподдельная любовь к своей профессии и желание творить добро. И как приятно этим замечательным людям, что их помнят и благодарят за любовь и преданность профессии. Почетными грамотами были награждены действующие сотрудники, которые стали достойными продолжателями славных традиций. Праздник продолжался, и, конечно же, как на нем обойтись без стихотворений, которые прочитали нынешние воспитанники о своем любимом детском садике. Какой же день сегодня чудесный! Праздник радостный будет у нас! 50-й год юбилейный детский сад отмечает сейчас. Самые добрые слова поздравлений и пожеланий сказали в этот день в адрес юбиляров, а это все, кто работал и работает здесь, и местные власти, и казаки, родители воспитанников, довольны работой сотрудников сада. Намного детей ходит сюда. Сын у меня посещал этот детский садик. Я немножко проработала. Теперь дочь ходит в садик. Все хорошо, замечательно. Хотелось бы всех поздравить, поблагодарить. За 50-летнюю историю в жизни 30-го детского сада были разные периоды, но трудности преодолевались, и благородная работа продолжалась, несмотря ни на что. Детский сад любят и ценят. Его воспитанники, повзрослев и заведя свою семью, неизменно приводят сюда уже своих детей. А это самое главное. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».